Транспортная реформа, которая началась еще в декабре прошлого года, постоянно корректируется. Причем многие предложения вносят жители столицы. Меняются маршруты, перевозчики, вид транспорта. Рабочий процесс в самом разгаре. Чиновники уверяют, что это нормально и оптимизация должна завершиться к концу текущего года. 17 троллейбусных и 26 автобусных маршрутов – это сегодняшняя транспортная сеть «Чебоксар». С начала года по городу курсируют 330 автобусов. Большая их часть – транспорт малой вместимости. 53 единицы – средний, более 70 больших автобусов. Город заключил с перевозчиками 15 контрактов на 8 лет. Но по 7 из них договоры либо расторгнуты, либо победители торгов просто отказались от пассажирских перевозок. К тому же «Чебоксары» покидает перевозчик из Санкт-Петербурга, за которым 8 маршрутов. «Автоэкспресс-4» не смог выполнить условия контракта и заменить автобусы большой вместимости на транспорт поменьше. Так как неисполнение условий контракта нарушает действующее законодательство, администрация города вынуждена принять решение об отказе от исполнения контрактов в одностороннем порядке. По условиям аукционов ООО «Автоэкспресс-4» за право осуществлять перевозки внесло в бюджет 21 миллион рублей, которые после расторжения контрактов не будут возвращены перевозчику. С 3 апреля до проведения конкурсных процедур проблемные маршруты будут обслуживать временные перевозчики. В мае пройдут новые торги по столичным перевозкам. Рациональный пассажиропоток, рассчитанный научно-исследовательским институтом, не достиг необходимой величины, так как для достижения результата необходимо было провести оптимизацию муниципальной и межмуниципальной маршрутной сети по следующим направлениям. Первое – это перевод автобусов на межмуниципальных маршрутах в Чебоксары, Новочебоксарск на средний и большой класс для сохранения провозной способности и разгрузки транспортной сети. Второе – это организация 7 пересадочных узлов в городе Чебоксары для оптимизации межмуниципальных маршрутов. Ну и третье – это синхронность реализации транспортной реформы на региональных и муниципальных маршрутах. Нерентабельность пассажирских перевозок сити-менеджер Чебоксар связывает с дублированием городских маршрутов межмуниципальным транспортом, в основном который следует в Новочебоксарск и обратно. Сейчас все в ожидании автобусов большой и средней вместимости на маршруте Чебоксара-Новочебоксарск. При всем этом с плюсом отработало троллейбусное управление. Предприятие, которое в начале года находилось на стадии банкротства, по результатам прошлого года сократило убытки на 80%. Это 76 миллионов рублей. Ирина Волкова, Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика.